Ленинский район, суд Челябинска сегодня рассмотрит 3-миллионный иск, который подал миллиардер Александр Арестов к местному жителю Владиславу Кантемирову. Он в феврале этого года управлял автомобилем «Жигули», протаранил «Роллс-Ройс» бизнесмена. Сначала Арестов простил Кантемирова, но теперь требует взыскать с него за разбитый дорогой внедорожник более 3 миллионов рублей. Сейчас на прямой связи с Челябинска наш корреспондент Кирилл Солодков. Кирилл, здравствуйте. Что произошло? Почему бизнесмен поменял свое решение? Да, Андрей, доброе утро. Сейчас мы находимся как раз около Ленинского районного суда Челябинска, где через 20 минут начнется второе заседание по иску Челябинского электрометаллургического комбината, совладельцем которого и является олигарх Александр Арестов, к челябинскому рабочему Владиславу Кантемирову. Я напомню, что первое заседание суд был вынужден перенести за то, что Владислав не смог найти себе защитника. Юрист ему не по карману, у рабочего достаточно скромная зарплата. В двух словах о предыстории. Полгода назад Владислав на своей 14-й попал в аварию, причем ему в кавычках повезло протаранить самый дорогой автомобиль в регионе, это Rolls-Royce Phantom Coupe, принадлежащий в свою очередь самому богатому человеку в городе, совладельцу Челябинского электрометаллургического комбината Александру Арестову. Виновником ДТП был признан Владислав, собственно, он и не отрицал свою вину. Поначалу появлялись мнения, что якобы Владислав был пьян или находился в наркотическом опьянении, однако это позже не подтвердилось. Экспертиза четко совершенно показала, что мастер трубного завода был трезвым. Как нам объяснил сам Владислав, он ошибся при пересечении перекрестка из-за новых светофоров, которые были недавно установлены, где немного другая индикация цветов, которая отличается от привычной. Надо сказать, что после выхода из больницы у Владислава были некоторые травмы. Он сам пришел к Александру Арестову, признал свою вину, извинился и заявил, что готов понести наказание. И тогда олигарх под прицелом нескольких телекамер публично заявил, что прощает Владислава. И, внимание, это очень важно, никаких претензий, в том числе и финансовых, к нему не имеет. И вот спустя полгода Владислав получил письмо из суда, где Челябинский электрометаллургический комбинат, на балансе которого и была машина бизнесмена, подал к нему иск с требованием взыскать около 5 миллионов рублей за помятую дверь и порог. Позже эта сумма была снижена до 3,5 миллионов в связи с износом Rolls-Royce. Но, тем не менее, понятное дело, что такая сумма для рабочего, у которого зарплата в районе от 18 до 25 тысяч после вычета всех налогов, просто не пассивно, тем более у него нет никакой недвижимости, ну вообще какой-либо собственности, которую можно было бы хотя бы продать. После того, как внимание к этой истории, после того, как эта история прозвучала на федеральном уровне, мы были единственным центральным каналом, который ее освещал. Так вот, после сюжета «Вестей» внимание на эту историю обратили в том числе и в руководстве Государственной Думы. Так, заместитель председателя Сергей Неверов высказался на своей странице в Фейсбуке. Он написал, что Арестов ведет себя не по-мужски, и если уж ты давал слово, то будь добр его держать. После этого в партии «Единая Россия» заявили, что готовы оказать Владиславу всяческую поддержку, юридическую. Сегодня он на заседании будет впервые со своим защитником. Но до последнего момента народные избранники не оставляли попыток уладить дело миром и уговорить Арестова отозвать вот этот иск. Но надо сказать, что миллиардер до сих пор не выходит на связь, отказывается общаться и с прессой, и с депутатами. Ну и последний раз он записал видеообращение несколько дней назад, в котором назвал Владислава преступником, вооруженным автомобилем, заявил, что его манера езды вообще угрожает всем жителям города, назвал его чуть ли не убийцей. Ну, как нам признался сам Владислав, и это подтверждают, собственно, его родные, его друзья и знакомые, после аварии он не садится за руль автомобиля. Ну и сегодня он, как мы наблюдали, прибыл на заседание на общественном транспорте. Андрей. Кирилл, а еще такой вопрос. Прошла информация, что жители Челябинска собирались скинуться всем городом, чтобы вот оплатить эту претензию, помочь Кантемирову избежать разорения полного. Да, но я должен сказать, что еще и депутаты Госдумы тоже собирались в случае, если иск все-таки не будет отозван и какая-то сумма все-таки Владислава будет взыскана, сами скинуться тоже в кулуарах парламента. Ну и жители Челябинска действительно в социальных сетях начали сбор средств, организованные группы в нескольких социальных сетях, там указаны реквизиты. И действительно, каждый житель Челябинска может перечислить некоторую сумму. Надо сказать, что среди горожан эта инициатива оказалась достаточно востребованной, потому что, ну, судя по комментариям, действительно соболезнуют жители своему земляку.
Кирилл, спасибо. Но будем надеяться, что победит здравый смысл. На прямой связи из Челябинска был наш корреспондент Кирилл Солодков.